Сегодня выиграла та команда, которая больше хотела. И мы, ребята, настраивали на сегодня, на эту игру, то, что перед нами будет стоять такой соперник, который умеет играть в футбол, который имеет в составе хороших игроков, участвующих в высшей лиге. И я им сказал, что если вы сегодня будете выигрывать каждое единоборство, то и результат не будет себя долго ждать. Я им благодарен за то, что они боролись на каждый участок поля, они ни капельки не сомневались в их силах, были уверены. И если мы так продолжим, то у нас результаты будут, скажем так, хорошие. Сама, скажем так, коллективная атмосфера, она влияет на хорошие результаты. Я не скажу, что наша команда выше класса. Наша команда просто была более мобилизирована, более хотела хорошего результата сегодня. Я не скажу, что команда соперника, Саксан, смотрелась плохо. Нет, моментами тоже очень хорошо смотрелась. Имела даже моменты для того, чтобы использовать и осуществить в гол. Но, знаете как, футбол все как-никак, это удача. Хочешь, не хочешь, но это удача.